И всем привет, меня зовут Александр, и мы продолжаем наше приключение в игре War Thunder. Снова полет. И только вперед. Да, я тут себе немного полетал. Изучил новый самолет. Добавил новый экипаж, теперь у нас 6 экипажей. Немного поиграл там в танковые сражения, но в целом так ничего хорошего из этого не вышло. Вот, и денег там зарабатывается мало. Также вот, если видно, то наклеечки появились, точнее наклеечки, рисунки. Так, и вперед. Нет. Вау. Аккуратненько. Так, оружие заклинило. Ну уже, давай! Давай! Надо нашему помочь! Давай! Давай! Да! Самолет сбит. Фу! Не знаю, что за выкрутался я там делал, но самолет сбит. Блин! Нет, ни по кому не попал. Нифига себе, я что-то не заметил, что я прям в него летел. Не заметил. Да. Ладно, летим дальше. Так. И-16 тип-10 на новом самолете. Я на нем уже один раз летал. В целом ничего такого, но он не модифицированный, он не обгрыженный. Так что он не сильно уж таки мощный. Так, тем временем мы теряем в счете. И я думаю, я, наверное, сейчас лучше полечу. Как тут шумно. Можно осмотреть немного кабинку. Ой-ой-ой, ну, только не так осматривать кабину надо, не мышкой. Помощь уничтожения, но это хорошо, самое главное, мы из него избавились. Так, и дальше техника. Только попадание! Фу! Уничтожение. Уничтожение. Фу. Хорошо. Тягу уменьшим. Оружие не работает. С помощью уничтожения, блин, ну ладно. Так, продолжаем. О, в лесах. А, оружие! Оружие! Там, как вариант, могли зенитки стоять.
Вроде бы вырулил, вроде бы жив. Фух, ладно. Надо технику тем временем уничтожать. А то еще сейчас проиграем. Я тут прозевал экипаж, поэтому сейчас, как видите, перегрузом они лучше восприимчивы. Остались только те, что в лесу. Перегрев! Вау! Фу, вырулил. А-а-а! Нет, блин, опять этот же меня избил. Под конец все-таки сбили меня. Фу, ну, зато мы вроде бы победили. Что-то я даже насчет это не посмотрел. О, миссия выполнена. Да, походу дела мы победили. О, нифига, целых 5000. И столько знаков отличия. Да я просто молодец. Фу, так, что-то я не посмотрел. Исследовать. Так, обшивку купить. И исследовать. Ну вот, как-то так. О, еще что-то. Это точно, да. Обработка фюзеляжа. Хорошо. О, классно. 31, ну. Орлов я буду экономить золотом, по-простому говоря. Поэтому оставим. Так. Ну. Вот, кстати, такая вот у меня рисовочка. Здесь звезды. На это у меня немножко другая рисовочка. Здесь также застарено. И здесь вот флаг победы. Ну, вспомнил, как называется. Вот. Ну, здесь я просто флаг победы, как бы, так сказать, без сильного фанатизма. Вот. С четырьмя бомбочками вот у меня с флагом победы. Вот как-то так. Ну. А я, пожалуй, буду на этом прощаться. Поэтому спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.